Друзья, всем прекрасного доброго дня. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта Fintech Stop, организатор профессиональных онлайн-событий. Мы с Сергеем уже готовы порадовать вас новым вебинаром. Сегодня обсудим, скажем так, очень злободневную тему, потому что последние годы у нас достаточно сильно изменили нашу привычную жизнь. И долгосрочное планирование, оно как бы потеряло свою, не то чтобы актуальность, может быть, по срокам, то, что мы запланировали, уже было понятно, что не совсем возможно реализовать. Поэтому сейчас этот вопрос, на мой взгляд, стоит достаточно остро. Стоит ли вообще, в принципе, заниматься долгосрочным планированием? И вот мы просили ответить на этот вопрос нашего эксперта Сергея Смирнова, эксперта в вопросах автоматизации и управления финансами с опытом более 20 лет. Друзья, нам очень повезло, потому что у Сергея опыт из работы в различных отраслях, на различных позициях, от главного бухгалтера, финансового директора до генерального директора и владельца компании. Поэтому ждем ваши вопросы в чате прямо под онлайн-трансляцией. Я буду озвучивать их Сергею, так что давайте вместе сделаем сегодняшнее мероприятие максимально полезным для нас, для всех. А я рада передать слово Сергею. Перехожу, друзья, к вам в роли зрителя. Спасибо, спасибо, Василя. Решили начать наш вебинар. И хочется сказать слово наконец-то, потому что очень много было запросов и просьб провести вебинар, посвященный именно финансовому моделированию. Видно, что такой вопрос стал беспокоить людей, начиная с 2022 года. Многие посчитали, что в таких сложных экономических условиях, в которых мы сейчас находимся, когда высокая турбулентность, все меняется сегодня-завтра, да, очень быстрый процесс изменений, планировать невозможно вообще. Я знаю, что некоторые люди даже бросили бюджеты составлять, не говоря уже о более долгосрочных бизнес-планах. Но все же большинство компаний, большинство владельцев, собственников остались на таких принципах планирования. И даже в российских условиях возможно строить долгосрочные планы на несколько лет вперед. Скажу даже более того. Для меня долгосрочные планы, бизнес-планы, финансовые модели, стратегические, это, знаете, как дальний свет у машин, дальний свет фар. Вот ближний свет фар – это ваш бюджет, допустим, на год. Там просто подфарники или ходовые огни – это ваш платежный календарь. А вот дальний свет – это ваш долгосрочный план. Вы, конечно, можете обойтись ближним светом, но тогда вы не сможете развить большую скорость, да, иначе есть риск наехать на незаметное в ближнем свете препятствие. Более того, если дорога ваша становится сложнее, поворот за поворотом, извилистая дорога, то, конечно, тем более надо использовать максимально часто, насколько это возможно, ближний свет фар. Поэтому я всегда стараюсь в компании, в которой приходил, и вот события 2022 года не изменили мой подход к этому, что такие долгосрочные планы нужны, они позволяют компании быстрее ехать, да, если сравнить компанию с автомобилем, быстрее ехать и снизить риски, на которые компания может нарваться в темное время суток. Я сегодня специально не стал делать презентацию, а хотел и хочу сделать больше практикум, показать реальные модели, показать реальные компании, причем ну, не самые простые, довольно сложные. Знаете, я всегда, ну не всегда, но много времени посвятил работе в производственных компаниях. И в компаниях, которые производят и промышленное оборудование, и в компаниях, которые производят товар народного потребления.
И хочу сказать, что тот, кто вышел из производственных компаний, и он потом очень легко работает и в компаниях, которые занимаются услугами, в образовательных организациях, даже в НКО, потому что вот та привычка иметь в голове цепочку добавленной стоимости, закупка, производство, продажи, да, она идет с человеком всю жизнь и помогает ему структурировать даже услуговые компании, там, рекламные агентства, вот, опять же, образовательные организации и другие. И примеры, которые буду вам показывать сегодня, это примеры образовательной организации, близко мне, потому что там удалось комплексно отразить, начиная там от совсем стратегического планирования и заканчивая реальными шагами, подготовку инвестиционного проекта. Еще этот пример мне близок, потому что он как раз начинался в период наших сложных испытаний, в котором мы вступили в 2022 году. И это было одним из мотивов, да, почему стал запрос от собственников компании, от учредителей, что нужно разрабатывать долгосрочные планы. Сейчас вначале немножко покажу примеров своего сайта. Так, среди услуг моих есть услуга, называется разработка финансовых моделей. Когда она необходима, да, когда есть потребность в такой разработке? Во-первых, когда собственники либо генеральные директора хотят сформулировать стратегию развития компании, им нужно ее оцифровать. Второе, когда вы открываете инвестиционный проект, да, и должны посчитать, насколько он рентабельный, стоит в него идти или не стоит. Банки запрашивают для существенных кредитных ресурсов часто подготовку финансовых моделей. Ну и тот случай, который наиболее часто встречается, когда компания имеет несколько вариантов развития своего бизнеса, да, и нужно выбрать наиболее оптимальный. Здесь хочу показать вам несколько примеров моделей. Первый пример, тоже образовательный бизнес, не буду надолго останавливаться. Здесь интересен тем, что учтены по ставке рефинансирования так называемые дисконтированные денежные потоки. Да, вы знаете, что если что деньги в будущем не равны деньгам в настоящем, да, и вот есть специальные коэффициенты, которые это учитывают, и в финансовых моделях это применяется. Еще была задача у меня компании, тоже быстрый пример покажу. Это компания, которая была у меня в сопровождении как у финансового директора. Нужно было посчитать варианты развития, рассчитать прогнозируемые продажи и под них подобрать инвестиционные программы. В частности, вот мы рассчитывали одну из программ, это там приобретение автомобилей в лизинг самосвалов. И вот мы считали, при каких условиях будет приобретение эффективно. Да, и вывод из расчета видно. Лизинг окупится, если машина эксплуатирует, загрузка 46%. То есть ежедневно делаем 5 рейсов. Вот это цели, одна из целей, да, подготовки финансовой модели. Ну, дальше в деталях не буду останавливаться. Давайте перейду теперь уже к перейду к с, ну, к, собственно, к примеру. Перейду к примеру. Кому интересно, можно зайти на мой сайт digitalcfo.ru, там посмотреть дальше другие детали, в том числе по финансовым моделям. Да, мы сейчас поговорим про примеры. Я, честно говоря, не встречал в открытой прессе, не встречал в книгах и не встречал в каких-то публикациях в интернете прорисованные финансовые модели, начиная от стратегического планирования, заканчивая конкретными шагами. Вот так, чтобы кто-то взял и выложил такое, ну, это понятно, ноу-хау, да, для каждой компании. Ну, хотя бы там скрывая конфиденциальные данные, кто-то взял бы и рассказал, как вообще начинается, с чего проектирование финансовых моделей, чем заканчивается. И вот такой пробел я попытаюсь сейчас заполнить в вашем образовании, да, и предложить вам пример такого стратегического финансового расчета. Первое, с чего хочу начать, как ни странно, это
SWOT-анализ. И вы знаете, очень часто такой для меня важный шаг многие пропускают, считая его чисто теоретическим. Ну, не просто многие, я бы сказал, даже большинство компаний, да. Вот об этом всегда любят говорить консультанты, что это важная часть стратегического планирования. Но когда дело доходит до реализации такого анализа на уровне компании, обычно все этот шаг пропускают и сразу бросаются к роялю играть музыку, да, не написав себе ноты. И я хочу вам привести пример вот подготовки такого SWOT-анализа, да, на примере вот школы бизнеса одного образовательного института. И здесь вот первый пример, у вас первая таблица, это анализ сильных сторон. Я не буду давать, ну, показывать вам детали, да, я просто хочу сейчас простроить мостик от SWOT-анализа к стратегической финансовой модели. То есть вот, как вы знаете, SWOT-анализ, да, имеет четыре таблицы. Это сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. И вот, если мы перечисляем сильные стороны компании, я для себя сделал это в сравнении с тем, что мне было доступно, да, как другая образовательная организация, вот Калифорнийский университет. Это не российский университет, потому что я не нашел нормальной SWOT-модели российских образовательных организаций. Видно, все очень сильно это скрывают. Вот, но нашел, как пример, Калифорнийский университет и взял, написал свои мнения о сильных сторонах школы бизнеса и рядом положил для сравнения, как Калифорнийский университет считает, что он, какие у него сильные стороны. Потом я сделал то же самое с возможностями, да, это вот таблица 2 у вас на экране должна быть. Это возможности, которые предоставляют внешние обстоятельства. Ну, я здесь несколько примеров приведу, которые потом трансформировались в стратегическую финансовую модель. Что, ну, из-за событий 2022 года, да, западное образование стало менее доступно в России. И менее доступно стало высшее образование. У нас были, даже если помните, публикации там, в 2022 году, как русских студентов чуть ли не изгоняли из западных институтов, западных бизнес-школ. Соответственно, это есть шанс для развития бизнес-образования в России. Да? Второе – это lifelong learning, так называемая модная тема, когда вы обучаетесь в течение всей жизни, и люди постепенно к этой мысли привыкают. Если раньше, там, в советское время считалось, что ты получил высшее образование, и тебе достаточная путевка в жизни такая, до конца своей трудовой деятельности, сейчас нет. Да? Сейчас вы прекрасно понимаете, что учиться нужно постоянно. И вот эта тема, она активно привлекает новых слушателей на программу бизнес-образования. Есть слабые стороны, да, которые есть. Там не буду тоже подробно останавливаться. Это потому что как бы часть каждой компании. И есть угрозы, которые несет нам внешняя среда. В данном случае это было снижение покупательской способности населения. За счет того, что многие высокооплачиваемые слушатели потенциально уехали из страны, да, после начала событий 2022 года. У людей в 2022 году был провал в реальной покупательной способности, и это подтверждает статистика. Потом второе, то, что было для нас угроза, как для школы бизнеса, что очень много появилось онлайн, ну, каких-то онлайн-программ, претендующих на звание MBA, хотя называющихся такими, но таковыми, по сути, не являющимся. Вот, и мы тоже посчитали это определенной угрозой. Вот такой был сделан SWOT-анализ. Ради чего? Да, ради того, чтобы понять направление дальнейшего развития школы бизнеса. В 2022 году и до 2022 года рынок бизнес-образования в России развивался, как и многие рынки,
по нарастающей. То есть ты каждый год, даже ты ничего не делаешь, то каждый год у тебя был прирост 5-10%, да, в натуральных показателях. Если ты просто даже сохраняешь активность рекламную, активность маркетинга на уровне прошлого года. Такой прирост был за счет того, что как бы экономика росла, там все пухло, и образование в том числе. В 2022 году образование оказалось одной из самых пострадавших отраслей. Сначала коронавирус подкосил, да, потом вот события, которые начались в феврале 2022 года, подкосили тоже бизнес образования, потому что, как я говорил, и покупательская способность снизилась, и многие люди, даже уже заплатившие предоплату за обучение, сказали, извините, нас вот с работы уволили, работали в иностранных компаниях, которые ушли с российского рынка, и, соответственно, потеряли возможность оплачивать образование, и вот школа бизнеса была вынуждена возвращать им деньги, даже внесенную предоплату. Поэтому в такой непростой ситуации, даже в такой, я бы сказал, непростой ситуации, я начал разрабатывать программу, инвестиционную программу стратегического развития для школы бизнеса, понимая, что мы должны предусмотреть худший вариант развития, когда пойдет падение вниз. В 2022 году, если помните, еще никто не знал, какой будет вообще тренд ВВП. И мы поговорим об этом. Да, многие прогнозы строились на падении ВВП из-за того, что санкции вводились, из-за того, что иностранные компании уходили с рынка. И поэтому мы вынуждены были этим прогнозам верить и считать, что если мы действительно теперь, как весь рынок, пойдем вниз, да, в такой пике, то мы должны придумать себе альтернативный вариант развития. И вот ради этого и была создана такая модель, которую сейчас я покажу. Сейчас, секунду. Немножко не то. Как я говорил, модель создавалась в 2022-2023 годах, совсем недавно, и горизонт планирования был не такой большой, да, всего вот на 5 лет. До этого я разрабатывал тоже финансовую модель, там был горизонт планирования 10 лет. Тоже была такая компания, предоставляющая услуги, и там вот этот горизонт был гораздо более, взгляд вперед был более далекий, да. Не буду здесь останавливаться на подробностях, просто пройдусь с вами по алгоритму построения такой финансовой модели. И очень часто меня спрашивают, буквально вчера был вопрос, у меня вот есть образовательная программа для финансовых директоров, там главных бухгалтеров, то есть финансовых менеджеров, специалистов. И один слушатель спрашивает меня, говорит, я вот работаю в компании, которая занимается производством софта для там, платежных систем. И очень тяжело посчитать, спрогнозировать вообще выручку, даже на год, потому что слишком много переменных, от которых она зависит. Расходы там, на штат сотрудников, на там, прочие, ну, все прочие расходы административные мы знаем, можем спрогнозировать, посчитать. А вот выручку не можем, что нам делать? И тогда я говорю о том, что если вы не можете оценить рынок, вы должны его создать. То есть вы должны тогда построить целевую модель, к которой вы хотите стремиться. Допустим, у вас есть расходы 15 миллионов в год, вы посчитали. Вы хотите иметь рентабельность еще, предположим, 5 миллионов. Таким образом, ваша выручка должна составить 20 миллионов рублей в год. Ну, как пример привожу, да? Соответственно, вы дальше должны расписать, из каких клиентов она состоится, должна состояться. И таким образом ваш план финансовый становится не просто прогнозом, он становится целью, которую нужно достичь. Это по-другому переворачивает вообще и подход и к бюджетированию, и к финансовому планированию, да, когда вы говорите о том, что есть цель, и более того, допустим, продавцов мотивируете именно на эту цель. То есть вы говорите, я не знаю, как сложится рынок, я не знаю, какие будут коэффициенты поправки, принесут нам искажения в нашу цель, но
вот эта цель, которую мы должны достичь, если мы достигаем, соответственно, вы получаете свою мотивацию. И такой подход делает бюджет, финансовую модель не просто фонариком, который освещает дорогу вперед, но даже картой, да, картой, по которой вам предлагается двигаться. Я приведу пример, как здесь было рассчитано прогноз выручки. То есть вот здесь видно, это сумма в миллионах рублей, да, там три продукта, группа программы 1, 2, 3. Но я ради там, сохранения конфиденциальности не стал писать детали, а заменил их такими общими словами. И видно, как там, в 2022 году провалилась выручка. Если там в 2021 была 168 миллионов, в 2022 уже 117. И когда мы строили планы на будущее, на 2023 год, у нас было три сценария. Видите, пессимистичный, базовый и оптимистичный. Пардон. Соответственно, базовым мы считали, если мы хотя бы сохраним продажи не сильно хуже там 2022 года. Да? То есть было 117. Если мы дальше не упадем, это уже мы считали базовым сценарием в 2023 году. Хорошим сценарием считали, когда мы сможем продать не меньше, чем в 2021 году. Дальше, видите, вот у меня есть оценки изменений ВВП. Было несколько сценариев, которые тогда были. Это базовый сценарий Центробанка, прогноз Минфина. И у Центробанка еще был негативный сценарий. То есть базовый был негативный. И вот такие были прогнозы по ВВП. То есть все считали, что в 2023 году будет падение. Даже базовый сценарий Центробанка считал. И только с 2024 начнется более-менее рост. Такие были прогнозы, повторяю, в 2022 году. К счастью, они не оправдались, да, настолько плохие прогнозы. Наш ВВП за 2023 год показался гораздо лучше, но мы-то тогда этого не знали, поэтому мы вынуждены были готовиться к худшему. Раз уж правительство прогнозирует как бы снижение, да, то уж точно мы должны были верить в эти прогнозы. И мы посчитали, что вот хорошим показателем будет не падение дальнейшее вниз, а дальше мы посчитали, что будет такой рост 6,4-2,2%. То есть мы считали, что мы сможем вложиться больше в реклам-маркетинг, чтобы расти опережающим темпом, чем ВВП. Более того, мы считали, допустим, 6, почему 6%, когда Центробанк считал, что будет рост 2%? Почему в 3 раза как бы завысили показатели? Мы считали, что будет реакция отложенного спроса, да, что люди, которые не решились поступать там, в 2023 году, все же соберутся силами и, видя позитивную динамику роста экономики, пойдут за бизнес-образованием. И вот такой отложенный спрос в 2024-2025 году, он и как раз дает 6,4%. 6,4. Дальше мы считали, что 2026-2027 год, мы предположили, что рост ВВП сохранится на таком же уровне, мы будем просто ему следовать. Поэтому такие цифры 2%. Это, конечно, вы скажете, алхимия. То есть здесь можно спорить, да, но когда вы даете какие-то прогнозы, к чему-то пытаетесь апеллировать, вы должны их привести. То есть я вам рассказал историю. Вы можете рассказать свою собственную историю, но она должна быть. Вы не можете просто сказать, что в 2024 году я продам на 125 миллионов. Вы должны хоть какое-то обоснование этому привести. Видите, я не постеснялся, привел три оценки изменения ВВП. Центробанк, Минфин и негативный Центробанк. Да? Соответственно, и я объяснил вам, почему при росте ВВП, который предполагает в 2024 году, допустим, Центробанк, я ставлю 6%. Да? Потому что я вот считаю, что отложенный спрос, как бы 2% с 2022-2023 год, вот он приведет к 6% в 2024 году. Понятно? Понятно. Идем дальше. Однако, такое развитие событий не устраивало учредителей компании, и они сказали, что нужно параллельно с ведением текущего бизнеса образовательного открыть проектный офис школы бизнеса, который будет генерировать новые направления развития, считая, что нельзя полагаться на авось и верить там, что будет рост вернется в 2024-2025 году. Соответственно, нужно иметь какие-то упреждающие меры, что если вдруг или будет падение, да, дальнейшее, нужно иметь какие-то страховки,
иметь другие направления развития, которые позволили бы компенсировать, как говорят умные люди из правительства, падение доходов от основного бизнеса. Соответственно, было выбрано три направления. Это открытие региональных представительств, создание краткосрочных программ и еще таких микс продуктов образовательных с консалтингом. И если бы мы сейчас вспомнили SWOT-анализ, который был до этого, вот эти три направления, они в принципе выросли из того SWOT-анализа. Потому что, когда мы говорили про, если помните, lifelong learning, что есть спрос не только на большие продукты, типа высшее образование, магистратуры и бакалавриата магистратуры, MBA, есть спрос на короткие программы. Вот в школе бизнеса их было немного. И проект NoOffice планировал сделать на них упор. Потому что, чтобы возможность lifelong learning реализовать. Создание образовательных плюс консалтинговых продуктов. Тоже интересная тема. Там была среди возможностей в SWOT-анализе такая фраза, что ушли западные консалтинговые компании, типа Pricewaterhouse, да, Ernst & Young, и они не просто ушли, то есть они оставили как бы после себя дочки, но все равно доверие к этим дочкам, ну, то есть компаниям, оставшимся, даже не дочки, это были просто отпочковавшиеся отдельные юридические лица, не имеющие как бы связи с материнской компанией, да, все равно, ну, как нам казалось, доверие к таким компаниям будет меньше, и, соответственно, можно наполнить своими компетенциями своих преподавателей консалтинговый рынок. Занять то место, которое освободилось из-за того, что ушли крупные консалтинговые компании. И это, кстати, не только наш подход. Многие бизнесы в 2022 году начали резко разворачиваться и занимать ниши, активно, я сказал, даже агрессивно занимать ниши, которые раньше занимали иностранные компании, и они ушли из России. Вот мы по такому же пути, но в роли консалтинга должны были следовать. Образовательных услуг здесь дефицит не возник, потому что не было в России представительств, там, не знаю, Гарварда, Стэнфорда или других, там, Калифорнийского университета, да, не было в России, можно было получить образование только либо дистанционно, либо на месте, то есть приехать в Калифорнию, там получить образование. В России у них не было представительств, поэтому они не ушли, и здесь вакуума не образовалось на образовательном рынке, нам нечем было его заполнять, а вот на консалтинговом рынке вакуум образовался, и учредители сказали, что это неплохая идея школу бизнеса пустить в консалтинговое направление. Вот было выбрано 4 направления: региональное развитие, краткосрочный офлайн, курс онлайн и вот микс программ образовательных с консалтингом. И были такие по ним спланированы доходы. То есть там расшифровки их цифр будет ниже. Здесь просто вот такие по ним планировались получить выручки с 2023 по 2027 год. И видно, что здесь в одну таблицу собраны продажи по основным программам, это первая часть таблицы, и вторая часть таблицы, это вот 4 программы проектного офиса, и планировалось, видите, в 2027 году, да, уже иметь доходы от проектной деятельности, сопоставимые с доходами от основного бизнеса. То есть основной бизнес образовательный давал бы в 2027 году, видите, итого 135 миллионов, а проектный офис приносил бы 89 миллионов. То есть это, в принципе, цифра, сопоставимая уже с основным бизнесом. То есть задача была постепенно сделать вот эти программы не меньше по объему, чем основные образовательные продукты. Не буду останавливаться здесь подробно, да, потому что у каждой компании свои составляющие выручки, свои составляющие расходов. Здесь приведен пример вот расчета с 2023 по 2027 год, именно для этой школы бизнеса, да, то есть какие были показатели. И здесь, опять же, сначала мы написали то, что план базовый, это имеется в виду основная образовательная деятельность. План инвестиционный – это продукты проектного офиса. Да, и видно, что уже в 2027 году по финансовому результату, то есть если по выручке он немножко не дотягивал до
или по объему продаж не дотягивал до основного продукта, да, то уже по финансовому результату он превышает почти в 2 раза. Вот правый нижний угол таблицы в 2027 году видно, что базовые продукты давали бы 12 миллионов в год, а вот инвестиционные, то есть продукты проектного офиса, давали бы уже 29 миллионов в год. То есть прибыль от таких образовательных продуктов была бы выше. Здесь то же самое, но уже консолидировано. И основная деятельность, и проектный офис, не буду останавливаться. А дальше уже пошли подробности. И вот я хотел тоже на них немного остановиться и показать, какие могут быть варианты развития у компании. Да. Первое – региональное развитие. И видно, что если говорить про выручку, то больше всего надежд строилось на это. Да. Предполагалось 109 миллионов получить выручки за 5 лет по этому направлению. Что это такое? Это присутствие программы MBA в регионах. И видно, что вот среди всей России все программы умещаются на одну табличку. Имеется в виду здесь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. И причем в регионах представлены всего 3 бизнес-школы. Соответственно, вот если посмотреть на и нанести эти показатели на карту, видно, что есть куда расти. Если говорить, ну, про текущий рынок, да, это рынок MBA образования, то он, ну, если говорим про ведущие школы, он всегда офлайн, онлайн нету, да, и требует, соответственно, приезда людей в место обучения. Вот чаще всего это Москва, люди вынуждены раз в месяц бросать все дела, покупать билет на самолет и лететь в Москву, прослушать там курс по своей программе, потом брать билет обратно, возвращаться к себе. В регионах присутствие не такое большое. Для всей страны количество присутствия умещается на одной страничке. Поэтому посчитали, что можно пойти туда, в регионы, и даже разработали такой план. То есть, что мы делаем по годам? Как мы по годам идем в регионы? Мы говорили о том, что мы сначала имеем одного партнера, потом имеем второго партнера, и нам, мы посчитали, это будет достаточно на ближайшие там 3-4 года, на 4-5 лет, да. И вот посчитали, сколько нам это принесет денег. То есть мы посчитали, что вот, сколько объем продаж, какая выручка, агентское вознаграждение и так далее. И, соответственно, вот видно, что в 2023 году и в 2024 году были бы убытки, но уже с 2025 года это приносило бы стабильный финансовый результат, который за 5 лет составил бы там 29 миллионов рублей. В принципе, неплохой добавок, да, к финансовому результату от основной деятельности. Следующее направление – это создание краткосрочных офлайн-курсов. И здесь, как ни странно, тоже есть куда расти на рынке, хотя рынок довольно заполненный, но есть возможности встать на него, на твердую почву. И мы посчитали, вот мой был расчет, да, сколько учебных групп мы будем искать. Начнем с двух, потом 4-6 и дойдем до 8 учебных групп. Учитывая, что это довольно дорогие должны быть курсы, ну, при средней стоимости я посчитал 180 тысяч рублей, соответственно, не получилось бы так много иметь большой охват, как в онлайн-продаже. Да? Мы считали, что максимум 100 человек в год мы сможем на эти курсы зазывать по 180 тысяч рублей каждый и вот заработать за 5 лет 18 миллионов рублей. Опять же, я здесь не привязываюсь ни к какому прогнозу, я просто исхожу из ресурсов, которые у нас есть. То есть я понимал, что 2 группы в год мы сможем, то есть 2 программы в год мы сможем подготовить. Соответственно, больше нет. То есть вот 8 как бы программ за 1 год мы подготовить точно не сможем. 2 можем. Соответственно, видите, я каждый год добавлял по 2 программы, да, по 2 учебные группы. Я считал, что исходя из наших ресурсов, это задача выполнимая. Так, следующее интересное – это онлайн-курсы.
Это третий раздел плана инвестиционного. Это создание фабрики курсов, которая имела бы хорошую, соответственно, студию, звукозаписывающую правильной аппаратурой, на которой бы формировались эти курсы, там интерактивные доски, чего только нету сейчас на этом рынке. Это были бы дорогие, хорошие образовательные онлайн-программы. А что интересно, видите, вот я поднял статистику, да, какие пользуются спросами, вот красным выделил, какие пользуются спросами курсы. И вот, исходя из этого, мы и предполагали сделать нарезку своих программ. Что интересно, кстати, да, что большинство слушателей онлайн-курсов живут в Москве и области. То есть аж 30%, почти треть всей аудитории, да. Вроде бы казалось странно, в Москве-то что такое взял, доехал и присутствовал на офлайн-курсах, но нет. Как ни странно, в Москве, наоборот, люди стремятся к онлайн-образованию. Такая интересная особенность оказалась. Соответственно, мы воодушевились такой статистикой и подготовили свою программу. Да, здесь у нас было там, 4 курса в записи, и здесь мы приобретение записывающего оборудования 2 миллиона вот, на 2023 году. Соответственно, здесь есть вознаграждение преподавателей за запись. Да. Чем хорошо, что ты как бы раз вложился, купил оборудование, заплатил преподавателям, и потом продаешь эти программы, только используя тьюторов, которые сопровождают группу, отвечают на вопросы, проверяют домашние задания и так далее. Это вот мы посчитали, что прибыльность будет 13 миллионов за 5 лет, не такая большая. Это именно прибыль, да, финансовый результат. И интересная последняя тема, это была идея продавать услуги своих преподавателей как консалтинг. И здесь, причем делать не просто консалтинг, а такие группы, делать мини-группы, не больше 5 человек, в котором совмещать образование с консалтингом. То есть не просто рассказывать кейсы из жизни преподавателя, а разбирать кейсы слушателей. Там было два варианта. Кто там готов к публичному разбору, не готов к публичному разбору при всех, да, только готов к индивидуальной работе. Но вот привнести элементы консалтинга в образование, это вообще такая новая фишка на российском рынке была бы. И, соответственно, ну, эту тему мы посчитали важной. Она бы давала постепенно рост и выход вообще на консалтинговый рынок, да. То есть, когда ты имеешь тесные такие отношения со слушателем, соответственно, он тебе начинает доверять и вполне может купить даже услугу консалтинга у твоего преподавателя. Это вот выйти на новый рынок. Выйти для образовательной организации на новый рынок. И мы понимали, что здесь конкуренция у нас не сильно будет, потому что, допустим, Сколково, оно не пойдет на это. Более того, он говорит, что мы не являемся, вот, то есть мы образовательная тема, мы не консалтинговая компания. Вот. Ну и дальше там краткое описание. Это был короткий проход по бизнес-модели. И теперь Да, и там Сергей, только остается. прежде чем мы перейдем к следующей части, я предлагаю пройтись по вопросам, потому что их накопилось довольно Давайте. много. Так, друзья, сейчас, секундочку. Я сразу скажу, что некоторые из вопросов вы так или иначе затрагивали, то есть частично отвечали, но я предлагаю с самого начала, наверное, да? Так. Сергей, добрый день, спрашивает Алексей, как вы выбирали конкурентов для сравнения и почему выбрали именно Калифорнийский университет? Ну, вы, в принципе, здесь частично ответили, да, что представителей не с кем, скажем так, было сравнивать на российском рынке. Мы с Калифорнийским университетом не конкуренты, да, мы работаем на разных рынках, просто в России мне не с кем было сравнить, потому что все скрывают по русской традиции свои конфиденциальные данные. И поэтому никто из бизнес-школ ведущих не публикует свои свод-анализы. Может, потому что их не делают даже, не потому что их скрывают, а потому что не делают. Вот. И все, что я нашел максимально близко, это вот Калифорнийский университет.
Ольга дальше спрашивает, кто пользователь такого свот-анализа? Хороший вопрос. Чаще всего это учредители. В первую очередь, во вторую это генеральные директора. Ну и уже только в третью, там финансовые, коммерческие и так далее директора. То есть, в принципе, это может стать определенным даже открытием для учредителя, да, того, который отошел от дел. То есть есть люди, которые вовлечены, являются и учредителем, и гендиректором, тогда он находится постоянно в гуще событий. А вот если учредитель является просто сторон, ну, как бы инвестором, да, не влезая в оперативное управление компанией, то для него это может даже быть определенным открытием, такой свот-анализ. И вот в дополнение вопроса от Владимира. Добрый день, Владимир. Как часто вы пересматриваете свот-анализ и от чего зависит, что пора уже сделать новый анализ? Время много прошло или произошли какие-то значимые события? То есть на что ориентироваться? Когда произошли значимые события. Вот сейчас я, возможно, обновил бы свот-анализ в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Потому что, когда мы делали тот свот-анализ, он такой немного пессимистичный. Ну, наверное, все помнят то время, да, когда санкции на нас падали, как, не знаю, иголки в лесу сосновом. Когда там компании уходили, не было непонятно, что дальше, была растерянность определенная. В таких условиях растерянности был такой сделан свот-анализ. Сейчас все же ситуация, мне кажется, более позитивная, и в этом свот-анализе могло быть больше возможностей и меньше угроз. Екатерина интересуется, если не секрет, Сергей, как отразился 2022 год на спросе на образование, восстановился ли он и как скоро? Да, то есть 22 год был провальным. И провальным из-за того, что люди, то есть упал приток новых слушателей, и даже те, которые учились, многие попросили поставить на паузу свое обучение. То есть они стали не в состоянии оплачивать свое образование. Ну, потому что люди платят не сразу сумму, а в течение всего периода обучения, да, они сказали, дайте нам академический отпуск на 2 года, разберусь, найду новую работу, к вам вернусь. В 2023 году спрос восстановился, к счастью, и он сейчас показывает неплохой рост. То есть, в принципе, те пессимистичные прогнозы, которые мы строили в 2022 году, надо признаться, они не оправдались. То есть оправдался даже не базовый сценарий, а оптимистичный сценарий. И, ну, мы надеемся, что да, что дальше будет как бы ситуация не хуже. Но это все равно не избавляет от необходимости иметь альтернативные пути развития. Ну да, скажем так, люди адаптировались к новым реалиям. И, Да. Валерия, добрый день, Валерия. Вопрос Валерии касается уже финансового плана. Валерия спрашивает, почему, Сергей, вы все-таки прогнозировали снижение роста продаж? Это, я напомню, там 6, 4 и 2% от года к году. Ну, я считаю, мы планировали в 2022 году, и в тот момент, когда нам приходили заявления на академический отпуск, и люди просили вернуть предоплату, даже те, которые заплатил. Поэтому, конечно, у нас было такое, и более того, и прогнозы Центробанка и Минфина были отрицательны в 2023 год. То есть они планировали падение, все планировали падение ВВП в 2023 году. Там проценты небольшие, там 1,5-2%, но это было падение. И только в 2024 году они думали, что будет восстановление. Причем такое очень осторожное, 2% всего. Поэтому, конечно, мы на 2023 год смотрели с определенным пессимизмом. У Дениса тоже интересный вопрос. Добрый день, Денис. Сергей, всегда ли финансовый директор должен участвовать в прогнозировании продаж? Если, ну, вы знаете, я, наверное, работал в компаниях, в которых финансовый директор так или иначе очень часто принимал на себя функцию операционного директора. Хотел он, не хотел, да, но вот и приходилось, если не участвовать в планировании продаж, то как минимум этот процесс сопровождать и подсказывать коммерческому директору какие-то вопросы. Потому что очень часто, когда люди планируют продажи, они называют цифры и не объясняют, почему.
То есть они говорят, вот в этом году мы продали на 20 там, миллиардов, в следующем продаем на 25. Почему? Ну вот, я так считаю. Слушайте, ну это вы можете думать так считать, но здесь вы должны привести там как минимум 15 аргументов, почему не 20, а 25. И обычно этим страдают коммерсанты, когда они свои прогнозы выдают как какой-то, знаете, мне так музыкой навеяло. Но ты должен объяснить, почему. И задача финансового директора, как мне кажется, вот такими вопросами наводящими вытрясти из коммерсантов причины, почему он считает, что 25. И поверьте, когда он причины начнет перечислять, окажется, что там не 25, а гораздо, может быть, меньше или больше. Когда он начнет оцифровывать. Ведь финансы – это цифры, да, и задача финансового директора – подталкивать своих смежников, коммерческого, там, операционного, директора по снабжению к использованию цифр. Да. То есть нужно оцифровать все их вот хотелки и ожидания. Вот в этом, наверное, роль финансового директора. Ну, по крайней мере, может быть, не всегда участвовать, да, в прогнозировании, но, по крайней мере, на этапе, когда своих коллег из коммерческого отдела научить обращаться с этим. Далее вопросы касаются новых направлений. Нужно сказать, что всех впечатлило, что смело в кризис открывать новые направления, говорит Тимур. И Светлана спрашивает: Сергей, но ведь открытие новых направлений требует инвестиций. Оправдались ли ожидания? Знаете, мы подходили к инвестициям осторожно и среди всех проектов выбирали те, которые не требуют там драматического увеличения инвестиций. Допустим, когда мы говорили про выход в регионы, мы не стали себе целью купить особняк в центре Екатеринбурга, допустим, нанять там преподавателей и организовать обучение. Нет, мы говорили о том, что мы идем к партнерству. То есть мы искали местных людей, которые занимаются образованием, и вместе с ними делали бы этот проект. Если бы мы шли сами, это больше прибыль, но и больше риски, и больше объем инвестиций. А мы искали возможность, чтобы как бы вот инвестиционную часть региона взял на себя партнер. Мы за это, да, готовы были поделиться с ними прибылью, естественно. Поэтому вот мы искали такие инвестиционные решения, которые требовали небольших вложений. Там, ну, вложить 2-3 миллиона звукозаписывающей аппаратуры – это немного, да. Ну, то есть это не десятки, сотни миллионов, там, открытие с нуля школы где-нибудь там, в Екатеринбурге или в Саратове. Вот поэтому мы не боялись идти на небольшие инвестиции, но опасались тратить большие деньги. И еще несколько вопросов, уточняющих по вот как раз новым направлениям. Марина интересуется, что такое региональное развитие, что именно под ним подразумевается? Но мы думали, то есть создание школ, допустим, возьмем Саратов, да, в Саратове мы открываем школу, и не люди из Саратова едут из Москвы, преподаватели из Москвы летают к ним в Саратов. Соответственно, людей пропадает, во-первых, необходимость в перелетах, во-вторых, ну, это, в принципе, логично, да, проще трех преподавателей отвезти в Саратов, чем 20 человек из Саратова вылетит в Москву. То есть это дешевле, очевидно, да, ну и проще логистически. Поэтому вот такая была идея, что мы создаем школы в регионе Саратове, допустим, и туда летают наши преподаватели. Да, хорошая идея. Следующий вопрос, он касается направления консультирования. Вот Алия интересуется, кто в образовательном проекте будет консультировать. Ну, в принципе, сказали, что преподаватели. И Алия просит уточнить, они же не штатные сотрудники? Да, в этой школе бизнеса они не штатные сотрудники, они большей частью, они не все, но большей частью они привлеченные. И, соответственно, но в этом есть и плюс, и минус. Плюс в том, что у них есть практика, которую они постоянно нарабатывают. И не просто читают в школе бизнеса, у них есть еще практика, где они работают в консалтинговых компаниях своих, либо они работают на какие-то другие коммерческие структуры, да, постоянно добавляют что-то новое к своим знаниям. В этом плюс. Минус, конечно, в том, что ими тяжелее управлять, и поэтому мы и говорили о том, что мы будем идти к консалтингу осторожно. Сначала создание совместных продуктов, когда консалтинг плюс образование. Если бы мы почувствовали, что есть спрос на чисто консалтинг, тогда мы стали бы уже искать людей в штат.
Но опять же, это такой, знаете, полушаг. То есть мы сначала делаем микс-продукт, образование плюс консалтинг. Если видим, что консалтинг пойдет, тогда мы делаем следующий шаг. Такой agile подход, да, что ли. То есть сделал один шаг, как по болоту ты идешь, да, вроде вот. Наступил, смотришь, вроде твердо, можно идти дальше. Вот такой осторожный agile подход. И, кстати, если мы говорим про развитие в кризис, вот был еще вопрос, да, вы не боитесь развиваться в кризис? Таким подходом нет. Вот забабахать там 100 миллионов инвестиций страшно, потому что если что-то не так пойдет, и ситуация еще больше ухудшится, ты можешь вообще без денег остаться, да, и потеряешь не только новый бизнес, но и основной, потому что все деньги вложил непонятно куда. А вот таким идти agile подходом в кризис – это выход. Ты вроде и не замораживаешь развитие, но с другой стороны идешь очень осторожно и шаг за шагом прощупывая почву. Поэтому вот развиваться в кризис не нужно бояться. Нужно бояться необдуманных больших таких, знаете, залихватских решений. Далее Карина интересуется, короткие курсы, они какие по продолжительности? Несколько дней, неделю, месяц? Нет, там мы думали несколько месяцев, там в среднем 3 месяца. Ну, в принципе, тогда 180 тысяч вполне сопоставимая. Да. Евгений далее интересуется. Сергей, честно скажу, планы выглядят очень впечатляющими. Есть ли данные, насколько они реализовались за первый год? Ну, я здесь уже как бы больше конфиденциальности, чтобы раскрыть, да, могу привести просто примеры, что были сделаны попытки хорошие. Ну, начну с регионов, да, то есть мы, ну, давайте, может быть, даже покажу сейчас демонстрацию экрана, отвечая на этот вопрос. Сейчас, секунду. Тоже это интересно. Всегда возникает вопрос, где брать данные. Да? Вот я привел пример, когда мы говорили про регионы, в какие регионы идти. Я думал, как их сравнить по количеству населения, либо по объему финансирования бюджетного. Мне понравилась другая идея, что, смотрите, нашел такую статистику, вот даже вверху видно адрес, где количество компаний с выручкой свыше там, 1,45 миллиарда в 2021 году по регионам. А это как раз наша, ну, для школы бизнеса целевая аудитория. То есть большинство приходящих на программы MBA, они идут с примерно таких компаний, там миллиард плюс, по крайней мере, вот сегмента этого школы бизнеса. Это финансовые директора, коммерческие директора, генеральные директора. И, соответственно, мы вот стали смотреть, где больше всего. Москва, Московская область, ну, в Москве мы и так есть, да, Московская область, в принципе, тоже тяготеет к Москве, нет смысла делать там в Ногинске бизнес-школу. Санкт-Петербург, интересная тема. А следующая, совсем рядышком, Краснодарский край. И мы вот именно взяли два приоритета, прям строго по этому списку, Санкт-Петербург и Краснодарский край. По Краснодарскому краю сделали обзор потенциальных компаний, которые могли бы выступить с нами партнерами. То есть мы искали образовательные организации в Краснодарском крае, и вот я сам с ним как бы начинал, сам даже с ними начинал общение, чтобы передать потом другим. Да, то есть вот предлагал, сделали письмо, отправили, общались по телефону, очные встречи, и вот таким образом раскручивалась тема по Краснодарскому краю. По Санкт-Петербургу у нас там был партнер, и в принципе мы, ну, на него делали большую ставку. Она, к сожалению, не оправдалась. Пришлось искать других партнеров. Но, в принципе, развитие, как бы, планы с отставанием, но выполняются по выходу в регионы. То есть мы понимали, что это путь долгий и длительный, и это занимает 2 года, потому что нужно местного партнера, как бы, поднять его статус в глазах бизнес-сообщества. С другой стороны, кстати, то есть про регионы сказал, то есть вот проекты в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, они сейчас на стадии проработки, в Краснодарском крае уже ближе всего к активности. Если говорим, допустим, про последнюю тему, которая образование плюс консалтинг, мы нашли, ну, не буду называть фамилии, довольно известного автора, тоже в финансах, но, ну,
я с ней хорошо знаком, у нее есть своя книга, неплохо по финансам сделанная, и мы с ней вместе стали конструировать такую микс-программу «Образование плюс консалтинг». Опять же, видите, здесь мы не стали делать полностью своими силами, а оперлись на партнера. Да, то есть нашли партнера, которому тоже было интересно заняться преподаванием. А у людей есть такое стремление, не только из-за денег. Как ни странно, да, есть много людей, которые готовы за бесплатно преподавать, потому что им интересно делиться своими знаниями. Вот. И, соответственно, нашли такого партнера, и с ним вместе программу стали создавать. Сейчас программа, ну, уже две программы готовятся к выпуску. Ну, не буду анонсировать, да, но хочется надеяться, что эти планы тоже успешно завершатся. По коротким офлайн программам, да, стали гораздо более активно их продвигать. Сделали такую, я бы сказал, фабрику почти. Сделали фабрику продуктов, которые такие, ну, производят такие короткие программы. Вот. По онлайн-образованию нет. К сожалению, здесь, наверное, не удалось сильно продвинуться. Ну, может, потому что я уже не стал заниматься так активно проектным офисом, да, уже перешел в собственный консалтинг. Вот. Но здесь по онлайну, да, по онлайну не сильно что-то удалось, но, честно говоря, мы на него меньше всего рассчитывали, даже с точки зрения финансового результата, понимая, что здесь очень большая конкуренция. То есть существует миллион различных как скажем, онлайн-программ, и на этом рынке с ними конкурировать непросто. То есть они там задавливают все сумасшедшей рекламой из каждого утюга, да, и, ну, ты здесь конкурировать с этими рекламными бюджетами просто глупо. Поэтому, в принципе, от того, что онлайн не случился, может быть, ну и слава богу. Все равно у людей осталось, знаете, такая интересная тема была, когда начался коронавирус, если вы помните, запретили обучение очное, да, все перейдено онлайн. А в этой школе бизнеса у них программы все MBA, они все офлайновые, то есть они все требуют точного присутствия. И когда запретили образовательным организациям, как говорится, собираться очно, и предложили всем слушателям перейти на онлайн, сказали: нет, спасибо, не надо, мы готовы подождать сколько надо, пока не откроют обратно аудитории, но нам онлайн не нужен. В принципе, это нормально, ну, такая тенденция есть даже в мире, что чем дороже образование, тем оно более офлайновое, чем дешевле, тем оно более онлайновое. Люди, которые отдали там 1,5-2 миллиона за программу, не готовы сидеть там и смотреть монитор. Им нужно сесть, им нужно там вместе с товарищами какой-то нетворкингами, да, иметь возможность поднять руку, спросить преподавателя, а не там тыкать куда-то клавишей. Вот. Но, то есть это все же, это вроде мелочи, но оказалось, что это важно. 90% людей отказалось переходить на онлайн. Сказали: нет, мы дождемся год, будем ждать год, но пока не откроют аудиторию. Поэтому, ну, я знаю, что такой долгий на ответ, да, ну, то есть онлайн не пошли, можно так сказать, ну и слава богу, потому что, в принципе, это рынок более, ну, такого дешевого, не элитного образования. Вот. Ну да, я согласна, кстати, по части вот и MBA, что предпочитают люди все равно, конечно, офлайн, потому что там еще момент такой, что ты не только у преподавателя учишься, но и между собой, да, участники учатся, потому что это уже высокий уровень у всех участников, собственно. В принципе, с вопросами мы на данный момент закончили. Друзья, спасибо за активное участие. Движемся тогда дальше. Да. Ну, я вот хотел еще такой слайд показать, кстати, на ноутбук появился, показать его, да, как мы собираем статистику. То есть, ну, это часто бывает вопросы, что люди становятся в растерянности, не понимая, на какие цифры опереться. То здесь я вам показал, что мы оперлись строго на официальные данные, поэтому пошли вот в регионы Санкт-Петербург, Краснодарский край. Хотел еще что озвучить. Ага, так, я рассказал про рынок. Сейчас, секунду, посмотрели. Да, вот еще что хотел. Как раз час прошел. Теперь к приятному. То есть это была такая нагрузка умственная, да, теперь в качестве отдыха. Если у кого-то есть вопросы, связанные там с подготовкой финансовых моделей, с моделированием,
вы делаете какие-то шаги в этом направлении, но ну, вам не хватает помощи, то готов вам помочь в этом бесплатно. То есть есть, вот я предлагаю таких 4 слота, да, 4 бесплатных консультации. Вы можете написать на мой адрес smirnov@digitalcfo.ru, и мы договоримся с вами о времени, и я вам помогу, опять я повторюсь, бесплатно, да, решить какие-то вопросы или, может, у вас есть сомнения или есть пожелания к чему-то, да, строительное перепутье при подготовке, моделировании. Вот готов вам в этом помочь. На прошлой нашей встрече, когда мы обсуждали регламентацию, бизнес-процессы, я говорил, что вот в рамках встречи, то есть те, кто не присутствовал, предложил для них такую интересную услугу, да, что обычно я вот ну, не берусь за некомплексные проекты. Вот, допустим, проект, который сейчас я веду, это проект там, в иностранной компании по оптимизации бизнес-процесса. Там нужно прям все от закупок до продаж, казначейства, бюджетирования, подготовка отчетности. Такой вот проект на 3 месяца, это торговая компания, не производство, поэтому срок не такой гигантский. Вот. Но если кому интересно, то готов в качестве, может быть, тренинга, навыка, если есть запрос на готовку одного конкретного регламента, допустим, одного процесса, там, закупки, вот готов взять и с вами его разработать. Да, даже если это не перерастет потом в сводный проект, ну, вы сможете потом самостоятельно, как бы, либо вы оцените, что да, идея хорошая, давайте сделайте дальше, либо дальше сможете сами пойти и похожим образом все остальные бизнес-процессы причесать регламентами. То есть напоминаю, что вот такая возможность у вас есть, вы можете либо через вот Финтекстоп, да, либо напрямую Смирнов Digital CFO написать, и тогда мы договоримся с вами. Сначала обсудим это все, безусловно, бесплатно, да, и потом уже договоримся о том, как я могу вам помочь в написании регламента одного процесса, как вот пример, как эталон, да. И еще, если вам вдруг нужны услуги по финансовому моделированию, то готов. Вот, когда спрашивают про цену модели, вы знаете, очень понятно, от многих факторов зависит, да. Это все равно, что спросить, сколько мне стоит выучить английский язык. Но зависит от уровня, которого вы владеете. Если вам не хватает только разговорной речи, это одна цена. Если у вас вы даже алфавит не знаете, совершенно другая цена. Поэтому, ну, так невозможно определить стоимость. Но если понадобятся услуги меня и моей команды в подготовке финансовых моделей, вот могу обещать всем слушателям в течение апреля 20% скидку на такую подготовку. Да? То есть мы рассчитаем стоимость и дадим с нее 20% скидки всем, кто прослушал вебинар. В течение апреля это предложение будет действовать. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь. И, по-моему, встречаемся мы с вами теперь через 2 недели. У нас будет еще одна интересная тема. На сегодня, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо, что не боялись потратить час вместе со мной, выделить из рабочего графика, да. Надеюсь, встреча была вам полезна. Сергей, спасибо большое. Друзья, я напомню, что видеозапись сегодняшнего вебинара, если кто-то присоединился к нам не с самого начала и хочет восполнить это, то будет доступно уже завтра, поэтому мы обязательно сделаем и рассылку, и видеозапись, в принципе, у вас будет доступна до конца месяца, поэтому будет время, но я рекомендую не откладывать, потому что всегда это... Все, это то, что отложено, к этому не возвращаешься. Поэтому обязательно посмотрите. И в чате еще оставили контакты Сергея. Можно написать ему напрямую. Либо же обращайтесь ко мне или к Лене, мы обязательно вас соединим. Спасибо большое. Как Сергей сказал, встречаемся ровно через 2 недели. Опять же, обо всем вам напомним вашей почте. До новых встреч. Всем прекрасного дня. До свидания.